Получается, с третьего можно перейти, да? В следующий идем. Не, ну получается, типа прикол все. У нас типа две команды, два первых места вдруг напрямую в плей-офф идут, а второе и третье. А, разыгрывают типа, да? Там мы для первой половины, для шестером играли. Да, много людей было, да? Дима Шагин нападает. Дима Линди не признает. Да, блядь, играл он. Алекс Тимон играл. И автохолдинг трейдинг играл. Как я начал играть, блядь, Дима, и такой путь. Две партии, ну и она. Я сюда поставил. Получается 8 человек в команде. Всего 8 или 10 человек? Записано нас больше, но по факту не стоит. Это вообще больше, по-моему. Никто не может, а это такое. Статистика. Осталось чисто. Какие-то лотеют, если делать это. Они со мной играть не будут, они будут резить играть. Я хочу, чтобы там эти сайты, они выпадают. Собрал курятник. Кто-то на поле такой. Одну более стабильно. Атаки нет, да? Нет. Атаки нет. Да и придумал. Ну да, считай, последнюю. Ну, концовка была предыдущей. Это приемное отсутствие. Получается, кто лучше принял бы? Хлопаешь, и камера хлопает. Забыли домашние игры, Васики? Сейчас тоже этот принимал его. А у вас тоже нету зала, да? А? Нету зала тоже? У нас был зал, но в МВД не делали, так что Динамо раньше. Вот рынка приезжа на короче. Там где корпус МВД. Охуенный классный, здоровенный.
танки, то есть надо рибольно помнить на выгоде. А дарит тоже все зал охуенный классный. Но в сети там теперь мы чуешь. Там теперь да, блядь, пути фабрики посолили, вверх. Значит, туда. Там тоже 2 часа ездить. Короче, время неудобно, да? Только курятник. Что, счет? 8? Выехал на площадках, на спортлайн, понял, там игровой зал. Там зал пиздец просто. Ну там машина должна быть меняемая. Я? Чем это хотел? Я чуваку позвонил, я говорю, типа, ну, если вы в интернете напишем, зал от 16.30 до 400 гривен. Я звоню, говорю, а если вы что-то сейчас, ну, куда мы, типа, если вы, ну, стабильно ходите, там, 8 часов в неделю, по-моему. Это 8 часов 4 дня, да? Я говорю, а еще есть время? Я говорю, почему 30 утра до часа дня? Я говорю, так не, ну так, в принципе, можно, если с двумя командами собраться, там вы в 2 дня ходите, мы в 2 дня ходим. Вот уже 4 дня в неделю можно, есть. Можно, он говорит, я ему, Вен говорит, позвони в феврале, может кто-то откажет. Там стандарт баскетбол, футзал, сведение голи-голи. Они же сейчас там паркетки. В мармеладе закрывается. Рядом с шляпкой. Он вот-вот открывается только. Ну тоже, по школам походили, блядь. Они, блядь, повыгоняли все. Мурыжатся, блядь, какие-то наклады, ломки, все не изменили, блядь. Нас так и выгнали. А вы без договора с ним? Да, да, так. А, ну я бы просто пошли типа, официально договор, типа, хотели, да, составлять. Я Максу так это, позвонил, так это не надо, это что вам надо, конечно. Это надо сразу идти в Горону. Я знаю, Макс мне кажет, я вам дам, типа, ну, я, можем, типа, через федерацию оформить, ну, типа, через нас, типа, я вам печать и все поставлю. Я пошел на поздняка, который показал. По нашей, ой, не, блядь, не наши, стрёмно, пиздец. Ну, меня она там будет решать, в принципе. Не, да я знаю, вы дети, я ебала, я позвоню вас на пиццу, короче. Там тоже, там через чувака нашёл, тоже на Харьковской зал, тоже нормальный, новый, классный, ну, в школе, блядь, но тоже директриса, говорит, типа, мягкий хрен. Говорит, типа, если хочешь, я пошпилю, типа, ведь, ну, у них и с руками работает все. Приходит там в субботу или воскресенье, говорит, нравится, ну как, не халяву. Ну, типа, с кем-то, да? А? Ну, с кем-то там, да? Да, типа, если вам хочется поиграть, типа, пацаны, ну, дети пошли, или, типа, мы там, кто-то там пошпили, полетел, типа. Ну, типа, под нас туда затянуть, они говорят, типа, только на выходные, типа, если хочешь, типа, какой-то с кем хочешь поиграть, типа, ну, говорим, давайте вам это. Ну, тоже нам это бывает. Что-то там, 12?
баскетболиста, походу, да, по кроссовкам? Думаю, на там на расклад. Такими с ростом. Прыжком. Догоняем. Кто там? Десять. Кто-то сыграл?
отлично, прямо. Прием где-то вообще непонятно где. Что это? Он вот сегодня сказал мне, что вы площадку перенесли. Ну, стойки, наши стойки чужие сместили. Походу наших стоек там уже нету. Не знаю, Юра смотрел с метро, говорит, не видел. Там хороший вот этот клетки мне понравилось. Клетки там, где возле Патона? Ближе, да, к Патону там. Не, разве что я пробежусь. 5 команд. Ну, вообще отлично. Но мы ходили с шашлыками долго. Ну такой мы сделали турнир 50 на целый день. Да, потому что на Петровке там, блин, вечно толку. Площадок и 4 на народе там. Технологии дизайна. А, все, я даже понял. На Печерске. Как они там? Как он как-то по-другому раз. Легкая промышленность, он там назывался раньше. Да. Бля, 4-0. Вот так, тут если вытянуть, то был шанс.